стоит рынок. Киевский район. Кругом дым. Как сообщили ополченцы, здесь при повторном ударе миномета погибло двое ополченцев. Количество мирных жителей убитых уточняется. Сейчас вот мы бежим в бомбоубежище. Потому что здесь непрекращающийся огонь. Что там, стреляли? Соседний дом с рынком. Снаряд прям в крышу улетел, да? Ну да, сейчас полезем на крышу. Сейчас посмотрим. Там. Вот это крыша жилого дома теперь. Опять бомбят. Вот прямое попадание. Перекрытие. Прямых попаданием сюда попало, железобетонное перекрытие, и в одну сюда попало. Там горит, рынок. Мы называем его Путиловский рынок. Там, говорят, есть жертвы. Да, там погибли люди, говорят. Но мы точно не знаем, но говорят, что там погибшие есть. Ну, объясни. А вы долго в пуху здесь находитесь, в подвале? Пятый час бьют, нам не дают выйти даже воздухом, а я сердечница. Господи, да что же это такое? Да что же он зверь, не людина? На что же он так нас страдает? Вот он как раз не человек, он зверь. Ой, Порошенко зверь, тварь последняя. А вы же мы послали хлопцы ему. Да, нехай він подивився, як люди страдають. Нам по 8-му 10. Там нас подвала немає, там конура собача. Ой. Ось дивися. Оце в нас такий підвал. У нас нема підвалу, у нас дом старий. Осторожно. О, бачите який. Оце бачите що. Оце ми тут сидимо. О. Я знаходився в це время в квартирі, коли почався обстріл. Я був в прихожей. Вот. Поэтому меня вот это как раз и спасло, потому что стекла разлетались, осколки. Подарки Порошенко. И да, и осколки, я правда уже выбросили осколки, тоже прям в комнате были. Это да, получается где-то часов 5 или 6 уже стреляют. Уже вот 6 час, когда нас бьют. Вот только мы за это время вышли. Хорошо одно то, что в нашем доме никто не пострадал, все живы, здоровы. Вот это самое главное. Школа номер 58. Здесь, говорят, погиб 15-летний ребенок. Детский садик. Ямочку одну заторопируйте, которая вот эта, она одна натворила сразу делов. Надо, чтобы люди мирно жили, а не уничтожать их. Люди в подвалах живут. За что мы вот так жили в своем городе Донецке, чтобы вот так вот нас избивали, чтобы нас убивали? Пусть Порошенко своих внуков сюда посадит на наши места. Доблестная Украина. Правду никто не говорит за Донецк. Там не показывают. Бегом! Сюда, сюда, подвал! Сюда! Валят все на Россию. Мы братья, мы славяне. Как мы должны... И, во-первых, ну как люди должны убивать друг друга? Что, мы для этого рождались на белом свете? Чтобы богатые свой бизнес... Это самое... Это же богатые делят свой бизнес. И вот сейчас выборы намечаются, вот уже на самом деле. Посмотришь телевизор. Все на это самое. Хотят имидж себе заработать.
Вот мы победим, мы победим, мы победим. Ну, это, ну, я имею в виду с Киева, например. Кого побеждать, это самое. Ну, пока мы были в подвале, вот сюда как раз-таки вот этот свист, это вот в этот дом прилетел снаряд.